Приветствую вас, уважаемые любители рыбной ловли. В данном видео хотел показать, как привязать крючок с лопаткой. Предысторию хотел бы рассказать. Зашел в магазин у себя на районе и выбрал крючки. Необходимые мне модели, марки, толщины проволоки. Еще они были изготовлены. Вот. Они были не с колечком, как все остальные. Они были с лопаткой. На мой вопрос у продавщицы попросить посмотреть их поближе, после рассмотрения выбрал, попросил их отдать мне. Она мне сказала, будете ли вы их брать, потому что они как бы с лопаткой, их никто не берет. Вот. На что была немая сцена, в принципе, почему, грубо говоря, не взять бы крючки с лопаткой. Она мне рассказала, то, что много народ приходит, смотрит, также берут, ну, смотрят и не знают, как привязать этот крючок. Ну вот в этом видео хотел показать, как привязать. Узел тоже очень простой. С лопатками я, к сожалению, не нашел я крючков крупных. Их, наверное, не выпускаю. Вот. Сейчас покажу на колечке, как он вяжется, как он делается. Берем крючок обычный. Грубо говоря, допустим, то, что это не здесь не крючок, а лопатка. Берем леску. Вот. На леске, вот на палец вот на большой, берете, делаете вот так вот петельку. Прижимаете его вот этим пальцем. Такую петельку сделала, прижали его пальцем. Вот, держите. Берете крючок, вот обычно, да, вот с лопаткой. Кладете его сюда, грубо говоря, крест-накрест, чтобы он у вас лежал вот так вот в руке. Прижимаете, обязательно не отпускайте, вот. Вот, прижали, держите. Не сильно, не надо стараться, он никуда не убежит. Берете вот леску и делаете вот такие простые движения. Раз, два, три, ну, допустим, четыре. Вот. Пропускаете петельку и затягиваете. Нет, у меня не получилось. Пропускаете вот так вот в петельку. Идете на утяжку. То есть затягиваете ее. Все. Затягиваете. Вот здесь, как он только сцепился, делаете утяжку, пропускаете его сюда. Все. Затянули вот этот узел, который вот здесь может образоваться. За нижнюю леску подтянули вниз, и все. То есть он держится замечательно на месте уже. Вот, обрезайте лишнюю леску. Соответственно, если на берегу там подпаливаете, чуть-чуть лишнее мешалось, там рыбе не кололось. В принципе, все. Вот так привязали крючок. Узел очень легкий, простой, я не знаю. В принципе, тот же самый, как который я показывал в предыдущем видео, только там, соответственно, пропускали здесь через колечко, а здесь сделали петельку, через петельку пропускали его. В принципе, все. Все. Всем удачи, надеюсь, видео было полезным. Смотрите другие мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Все, всем удачи.